Ну что ты смеешься? Я не смеюсь. Все, давай. У меня живот растет с каждым днем, я это прекрасно чувствую. Я вот с таким вот животом ходила рожать. Так, в обморок не падать. Сейчас, пока я не оделась, покажу, какая я красотка. У меня на животе такие венки заметные стали. И, кстати, со спины живота не видно. На камере животик еще больше кажется. Венки такие прям. Небольшие растяжечки появились. Почти не видно. Извините, если кого напугала. Сама в шоке. Моя бабушка курит трубку, черный-причерный табак. Моя бабушка курит трубку, суровый моряцкий затяг. Моя бабушка курит трубку и обожает огненный ром. Слабонервным отойти от экранов. У меня дети шевелятся просто. Они делают подкоп, похоже. Вон они, бутузики резвятся. Я не знаю, видно вам или нет. Но сейчас они бодрствуют. Многочисленные просьбы. Показываю свой животик. Ничего уже не мешает. Как вам? Уху-ху-ха-ха. Кто меня просил в полный рост? С этого ракурса вообще бомбочка. А сзади его не видно. Тут хотим пойти гулять. Я думаю, что надеть? На меня ничего не налазит. По-моему, в платье прохладно сегодня, да? Сейчас пойдем уже гулять. Да. Ничего. Уже. Так, дорогие друзья. Ходит беременный арбузик. Такое еще. Торпеда. Вы все поймете, когда увидите, какая я стала широкая. Они растут просто каждый день. Каждый день все больше и больше. Я так посчитала примерно на 200 грамм в неделю. Вот, собственно, сижу. Сейчас попытаюсь встать. О, вот так вот я встаю. Ну, как видите, сейчас я буду опять шкафами заниматься. Вот. Перебирать мелочевку всякую. В чем мне? Так, на фон не обращаем внимания. Там будут розовые занавесочки потом. Кровать там будет стоять. Тут будет стоять... Где? Ой, вот тут вот. Блин, запуталась. Где они будут стоять? В общем, покажу вам себя. Ну что, друзья, у меня финишная прямая, как видите. Завтра будет 37 недель. Живот огромный. Осталось, я думаю, неделька. Ну, максимум две. Я думаю, недели, не больше. Ну, две, ладно. Привет, я еще пузатенькая. Вообще, у меня сегодня всю ночь были... Вот знаете, как ни странно, я уже не боюсь ничего. Ни рожать не боюсь, ни кесарево. Для меня главное было доходить вот до 37 недель. И весы у малышей хорошие, поэтому... Смотрите, какая я красивая сегодня поеду в новом халатике, в новой пижамке. Ой, девчонки, я там так внимание привлекала, что я подумала, надо бы принарядиться. Началось. Итак, вот я, собственно, передвигаюсь. У меня все обращают внимание. Да. А Сашка сказал, что я самая красивая. Да, Саня? Ага.